Так, ребята, пробую осьминога первый раз в жизни своей. Загадываю желание. А желание у меня всегда одно, но я ему никому не говорю. Осьминог на гриле. Он даже вкуснее, чем кальмар. Осьминог. Он напоминает большую креветку. Осьминог, да? Как большая креветка. Какая вкуснота. Осьминог мне понравился. Черт побери. Вкусный, зараза. Отрезай кусочки. Держи. А это лимон. Не позавтра. Так, с вами Снежана Про, ребятки. И мы сегодня дегустируем опять обед в ресторане. Как называется ресторан, сейчас вам покажу. Так, это остров Крит. Курорт Бали. Вот такая вот таверна. Вы знаете, мы сюда пришли уже второй раз. Мы попробовали в другом месте. Не так вкусно, как здесь. Цены, в принципе, везде одинаковые. Там особо разницы нет. Но здесь намного вкуснее. В этот раз мы заказали. Вы смотрите, какая порция. Это, как говорится, на троих. Я думаю, Мила сама не одолеет. Это салат с тунцом у нее. Смотрите, какое ведерко. Потом я заказала свои любимые мидии. Хочу попробовать, насколько они отличаются от наших, нашей мушли, когда мы ели. Вот. Так, папа, а ну-ка. Как соус? Не понял, да? Как с укропом. С укропом? А ну-ка. Болгарский перец. Ой, я не поняла, что это было. Какой-то такой... Ну, какие-то специи добавлены в мидии. Так, пробуем. Итак, мидия большая, жирная. Вкусная. Душа просит. Эй-гу. Но мы уже старенькие, поэтому будем в тесной компании. Так, сейчас я отрегулирую, чтобы нас было видно и тарелки наши. Без лука. С тунцом, желательно с тунцом попробую. Вообще нормально? Да, очень вкусно. Спасибо большое. Папа, попробуй, это что это? Я знаю, я успею. Салат вкусный. Я не знаю, что это за заправка у них. Но очень вкусно. Попробуй. Соусом очень вкусно. Попробуй салат. Попробуй. Вкусняшка. Да. Так, ребята, мукбанг по-гречески. Не обессудьте. Так, заказали мы опять венцо. Ну, без вина тут никуда. Оно такое некрепленное, легенькое. Ну, не, в принципе, ну серьезно. Не пьянеешь ничего после него. Конечно, так, вода. В одном состоянии все время. Ой, ребята, а завтра будет интересная у меня съемка. Мы завтра едем на экскурсию. Да, это будет интрига. Я вам потом видео сниму, покажу. Смена картинки будет. Так что ждите. Много интересного. Не успеваю выкладывать. Столько всего. Ну, в принципе, я так люблю, конечно. Хотелось бы больше экскурсий, но...
Октопус. И рыба, да? Спасибо большое. Нам принесли. Сейчас покажу, чего. Так, принесли вот такого вот осьминога. А мы осьминога не ели еще, нет? Нет. Первый раз будет осьминог у нас. Будем загадывать желание. И вот такая корюшка. Корюшку мы уже пробовали. Корюшка очень вкусная. Ну, это килька, да? Она вкусная. Ее можно кушать и кушать. Подумала, она боком стоит, она такая под углом. Так, салат с тунцом. Ребят, что будет здесь? Обязательно. Ешьте только морепродукты. Да. Обязательно закажите себе морепродукты. Морепродукты. Салат с тунцом, кальмар на гриле, бесподобный. Рыбка жареная, корюшка, бесподобная. Не, улитки, в принципе, ничёшные такие были, мы ели. Ну да, все такое. Короче, ешьте морепродукты, ребят, это лучше. Все остальное вы поедите дома. Все остальное можно поесть дома. Пицца, мица, даже мусака ихняя, обычная запеканка. Ешьте морепродукты. Я к вам взываю. Вы не пожалеете. А где их еще есть? Как не на Крите, правильно? Или что? Бесподобно. Шемидии будет? Нет. Все. Что интересно, вот салат ем сейчас с тунцом. В салате находятся оливки. И что интересно, не свойственно нам, в салате находятся оливки с косточками. То есть косточки вот. Без косточек оливок нет. Это, наверное, что-то обозначает, наверное, что-то значит. Наверное, это так правильно. Не знаю. Ну, с костями, салат с костями. Вяленые. Ну, какая разница? Они, главное, что они с костями. Вот как интересно, какая специфика такая. Так, теперь дегустация корюшки. Смотрите, вот такая вот. Snails называется, по-английски написано. Такая корюшка. Берешь вот так ее. Мы вчера тоже такие покупали. И котикам кормили головы. Здесь, в этой таверне, котиков нет. Поэтому головы будут выкинуты все. Хотя, наверное, кто-то с головами есть, я думаю. Потому что они такие зажаренные, маленькие. Там мозги. Какие мозги? Там все прожаренное уже. Какие там мозги? Ну, как-то так. Так. А это кальмар на гриле. Это вкусно. Мы уже вкусно. Осьминожка. Кальмарушка. И маленькие рыбки. Короче, кино не будет. Хотела снять трансляцию вам, но не судьба. Значит, будем в записи делать все. Плохой Wi-Fi в этой таверне, но еда вкуснее. А мы продолжаем есть неспешно. А что еще делать на отдыхе? Есть. И потом пойдем купаться. Вот туда. Да, там сейчас тень будет. Сейчас полчасика и красота. И пойдем плавать. По такой жаре я не лежу. Вот. Вот такие у нас виды тут открываются с оранжевыми зонтиками. А завтра оттуда будем отправляться на кораблике. Так я не говорю куда. Я держу интригу.
на кораблике. Куда не скажу, будет видео отдельное про экскурсию. На что хватило, как говорится, денег. Европейские курорты для нас дорогие, конечно. Турция и Египет. Турция и Египет, наверное, было бы легче. Железный порт. Железный порт, кричат он мои. Говорит, хотим железный порт до следующего года. Хотим другие. Короче, умники и умницы. Да, мы такие. Мы такие. Так, и мы что, собственно, сюда приперлись, в эту таверну опять? Не надо, мы приперлись, а вкуснее. Ну, тут вкуснее, да, но вот этот вот презент от шеф-повара. Фрукты то фрукты, а вот это лимончелло только здесь. Вкусняшка, Мила сразу такая заглатывать начала. Реально вкусно, ребят. Заходите, кто будет, тот, кто собирается ехать. Вот это на пляже, вот это вот таверна. Здесь дают презент. Вот этот лимончелло, это лед и лимонный сок. Обалденно. Вы не пожалеете, меня вспомните еще не злым словом. Так, ребята, и в заключение, что мы скажем? Имейте зубочистки с собой. Нет, тут они есть. Почему? Очень вкусно. Очень. Ну, вкусно, 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 вкусно. Кто приедет в Бали? Бали, заходите в таверну. Не знаю, как правильно прочитается. Аквагиале. А, прям на пляжике. Очень вкусно готовят повара, и заказывайте морепродукты. Все, ребятки, спасибо, что были со мной. Будьте со мной. Оставайтесь со мной. Увидимся снова. Смотрите мои следующие видео. Будет очень интересно.